Добрый день. С новостями к этому часу Алия Битова. Коротко о главных событиях дня. Коррупция в сфере образования. Госаудиторы ревизионных комиссий попали под следствие в трех областях Казахстана. Подробности в выпуске. Взимать плату с участников движения на Бакаде начнут с 21 июля. Сколько будет стоить проезд? Долгострой в Петропавловске. Срываются сроки сдачи студенческих общежитий. В чем причина? В Туркестанской области госаудитора заподозрили в коррупции. По данным Антикора, в одном из учебных заведений Сарагашского района главному инспектору региональной ревизионной комиссии заплатили 26 миллионов тенге. За такое денежное поощрение ревизоры закрыли глаза на нарушения в школе. Подозреваемая находится в ВВС. Аналогичные задержания ревизоров произошли и в Талдыкургане, где госаудитор получил 500 тысяч, а также в области ЖТСУ. Там бюджетные деньги в одной из школ похищали, начисляя зарплаты на мертвые души и завышая оклады работникам школ. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии со статьей 77 Конституции и статьей 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Чрезвычайное положение просят объявить фермеры Павлодарской области. Как сообщает Message.kz, из-за отсутствия дождей в Успенском, Теренкольском и Железинском районах не проросли семена, посеянные весной. А та часть, которая взошла, сгорела в результате жары, как и трава, которой кормился скот. Фермеры просят помощи у правительства. Реконструкцию более 1,5 километров теплосетей в Бостандыкском районе Алматы завершат в сентябре. Работы ведутся на улицах Ергожина, Ганди, Габдулина, Могилевского, Сатпаева и в микрорайоне Орбита-4. В этот же срок закончат обновление котельной «Южная». Уже в конце июля в районе запустят новую электроподстанцию «Алмагуль». С ее появлением доступ к бесперебойной электроэнергии получат порядка 200 потребителей. Вместе с тем в Бостандыкском ведется ремонт 78 километров высоковольтных электролиний, 98 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Проводятся масштабные работы по реконструкции водопроводных сетей. Для повышения качества поставки услуг водоснабжения проводится реконструкция более 6 километров водопроводных сетей. Работы завершатся в октябре текущего года. В августе начнется реконструкция 1,5 километра подземного газопровода среднего давления по улице Бухаржрау, от улицы Жарокова до реки Есентай. На сегодня разрабатывается проектно-сметная документация, завершение работ в октябре этого года. Это обеспечит бесперебойным газоснабжением 16 тысяч потребителей в городе. Дефицит ученических мест также в числе актуальных вопросов. На сегодня в районе завершается строительство пристройки к зданию школы номер 65 на 300 мест. Параллельно в районе возводят школу на 1100 мест. В рамках нацпроекта «Комфортная школа» до конца следующего года планируется начать и завершить строительство трех общеобразовательных учреждений. Вместе с тем в этом году открылись 6 детсадов, один из которых государственный. А в целях оказания качественных медуслуг в районе появятся 2 новые поликлиники. В целях снижения нагрузки на медицинские учреждения акиматом планируется строительство и реконструкция 6 объектов здравоохранения. Ведется проектирование, как вы знаете, 2 новых поликлиник по 500 посещений каждая. Земли мы выкупили. Это на пересечении, вы знаете, Аль-Фараби и Строгобекова и на пересечении Гагарина и улицы Левитана. И нового корпуса Центральной городской клинической больницы на 500 коек. Строительство этих объектов начнется в следующем году. Взимать плату с участников движения на Бакаде начнут с 21 июля. Об этом сообщили в Комитете автодорог. Ставки утверждены для всех видов автотранспорта. Водители легковых машин будут платить 241 тенге за проезд, автобусы от 276 до 552 тенге в зависимости от количества пассажиров, а грузовики от 590 до 759 тенге. Специалисты говорят, что нагрузка на Бакад сейчас больше, чем планировалось, и количество машин будет постоянно расти. Интенсивность превысила наши предполагаемые ожидания.
Ранее мы думали, рассчитывали на интенсивность в районе 38 тысяч автомобилей, но сейчас по первым отчетам, которые мы получаем от нашего концессионера, ТОО «Бакат Инвестиции Операции», примерно интенсивность транспортных средств на Бакате составляет около 48 тысяч автомобилей. Вместо нового жилья – долгострой. В Петропавловске срываются сроки строительства двух общежитий для студентов одного из местных вузов и для спортсменов. Объекты должны ввести в конце декабря, но подрядчик не укладывается в сроки. В этом убедились депутаты Сената и мажилиса парламента, которые посетили стройплощадку. Обо всем по порядку Нургулялина. Они будут говорить, там президент не делает это, там министерство не работает. Это же все на местах. Какие? А с нашей стороны, вот от мажилисменов здесь есть сената, с мажилиса есть, с республики там средства нужны или что, что нужно. Давайте, мы готовы, мы не просто так парадно сегодня приехали. Прибывшие в Северный регион депутаты Сената и мажилиса раскритиковали работу местного исполнительного органа. Причиной тому стала проблемная стройка студенческого общежития. Объект, который должны были сдать в декабре этого года, все еще находится на этапе возведения. Я считаю, что это недопустимый вопрос. Вот по результатам нашего объезда мы подведем итоги. И я надеюсь, будет обязательная встреча с акимом области, и мы уже выработаем там план действия. Строительство двух зданий студенческого общежития на 1200 мест началось летом прошлого года. С этого момента выполнено лишь порядка 30% работ. Они затянулись по ряду причин, в том числе и из-за отсутствия инженерных сетей. Сейчас работает почти 90 человек здесь. Ведется кладка, кирпичная кладка обоих блоков. Параллельно мы ведем там, значит, электрики, сантехники, вентиляционщики работают, штукатуры работают, плиточники работают. Так что в полный рост идет работа. Чтобы сделать теплотрассу, опять же, мешает дом. Под снос надо сделать снос, чтобы сделать теплотрассу. А нам обязательно нужно тепло, для того, чтобы мы могли в зимний период заниматься вот отделочными работами. То есть вероятность, что до зимы тепло не подведет? Нет, я думаю, что этот вопрос решится обязательно. Подрядчикам по подведению инженерных сетей определена шымкентская компания. На их работу выделили порядка 340 миллионов тенге. Только почему к делу до сих пор не приступили, объяснили в областном акимате. На данный момент подрядчик не может приступить к работам, так как не снесены дома. Имеется с этим как бы трудности. Но мы в акимат города написали служебную записку о необходимости о сносе этих домов. Пока акимат работает, уже этим собственникам жилья вручены уведомления о необходимости взятия именно участка. А там отдел ЖК проводит свои процедуры. А сколько всего домов? Три дома. К слову, в городе затянулось и строительство общежития для спортсменов. Все, в областном центре на сегодняшний день 20 объектов не ввели в эксплуатацию в указанное время. Нургуль Алина, Казбек Арыкбаев, телеканал Алматы, Североказахстанская область. Казахстан впервые выбран площадкой для проведения международного саммита с участием ведущих онкологов мира. По официальной статистике, около 13 тысяч казахстанцев умирает ежегодно от рака молочной железы и рака легких. Одним из факторов является курение. Об этом говорили на саммите Best of ASCO в Алматы. Встреча объединила отечественных врачей и зарубежных специалистов. Эксперты в течение двух дней будут обмениваться опытом и проводить научные обсуждения, посвященные лечению рака молочной железы и рака легких. Американская ассоциация онкологов выбрала нашу страну, чтобы провести конгресс, посвященный проблемам рака молочной железы и рака легких. Сегодня будут представлены самые последние достижения, которые только были озвучены месяц назад по всему миру. Сегодня спикеры из 7 стран представят эти доклады, в которых будем говорить о новых подходах к лечению, о новых лекарствах, о новых возможностях для онкологических пациентов. Это все новости к данному часу. Более подробно о событиях дня смотрите в итоговом выпуске новостей в 19:30. Оставайтесь с нами.